Київського Динамо Сергій Перебров. Спочатку, Сергій Станіславович, ваш короткий аналіз по матчу, а потім колега вас запитає. Ну, какой аналіз? Я поздравляю Шахтер с победами. Сегодня, я думаю, была равная игра, мы создали моменты, не реализовали, Шахтер реализовал свой момент. Выиграл, заслужил матч. Давай, у вас это дальше. Сергей Станиславович, все-таки вот, может, после этого матча вы уже как-то вот, думали относительно своего будущего продления контракта? Конечно, завтра я поговорю с президентом, вы еще узнаете завтра. Сергей Станиславович, остановлю два вопроса. Первый, по инциденту на награждении, Ярмоленко чего не взял медаль? И второй вопрос, должен ли быть по вашему Сернаковичу вторую карточку на карточке, повлияло ли это? Я так сидел с Ярмоленко, да не думаю, что инцидент. Все ребята переживают, так же, как и я, так же, как и наши болельщики. И как они себя ведут после этого, наверное, каждый переживает по-своему. Я уважаю нашего капитана, и я уверен, что он сильно переживает за эту игру, так же, как и я. Ведут все равно, да вообще, вы знаете, прошлую игру, когда мы играли с Шахтером, когда 4 раза били локтем в лицо футболистам, и после игры никто не говорит ни слова, и в игре не показывают ни одной желтой карточки. Меня, конечно, это особенно, когда я 5 раз пересматривал игру, 5 раз пересматривал эти моменты, никто на это даже не обратил внимания. Сегодня, ну я уверен, что Сырна заслуживал второй желтый, но это не оправдание для нашей команды, но я считаю, что судья необоснованно отнесся к нашей команде. Ну, еще раз, это не оправдание. В такой игре с таким соперником много моментов нет. Мы не реализовали, а мы реализовали.